Огр чуть ли не керри будет. Ну, кстати, да, может быть. Потому что, смотря аппарату, смысла керри нету, да? Пистолбэк в мидл может пойти, против темпларка стоять. А ДС пойдет в сложную, Энигма, соответственно, в лес. А Огр с аппаратом нужно делить, кто из них будет фармить. И... ну, бы и нет. Или Бристлбек отправить на легкую линию, аппарат там образом в мидл пойдет. Ну да, может быть и так. Ну, керри по... Бристлбек, в принципе, неплохо. Смотреть по именам. Сашка. Бристлбек, это керри. Керри. Резоль в мидл может пойти как раз на Дарксере на том же, да. Так и... ага. Ну, у них будет Operation вместе с Огром стоять, ну, а там с Энигмой посмотрим. В своих, в чужих лесах, в каких-то там, может быть, других местах будет. О, золотыми брасерами. Красивая Энигма. Красотулечка. Ну что ж, посмотрим мы на эти чудовищные блэк-холлы от Алохи, ну и на не менее чудовищные какие-нибудь другие спылы, которыми будут обмениваться команды. Сейчас вот находят они Always Wanna Fly, находят. Варп поставили, ну-ка, Станчик прописали, теперь просто бьем с руки и больно же бьем! ПБ! Мог даже не брать этот стан, на самом деле, он сейчас будет, если на линии не будет стоять, будет проседать. Били его, очень сильный баф, где аппарат дает, а у Леона нету столько жизни, чтобы это... да, на верхней руне там замес происходит, с габлаком чуточком отгоняет их, так, коги стоят, чуточек взрывается, резолю больно, но он чуточком-то колется, подходит там Блар Ассасин, ой, больно, ой, еще один удар, и еще должен быть один удар, да, хорошо, габлак там преследует, габлак может чуточек еще один повесить на себя, и подставляется по тавр, сейчас взорвется щиточек, и резоль погибнет или нет, нет, не погибает резоль, ой-ой-ой-ой, а вот габлаку теперь больно, габлака, а тавр забивает вместе с Огром, ну, почти, были близки, если бы у резоля не было хилялки, мне кажется, он бы погиб. Скорее всего, так и было. Он еще руну, кстати, своровал. Ну, верхнюю. Угу. Две руны богатства забрали имперцы. Ну... изи вин. Неплохо, неплохой буст в начале, конечно же, так. Амзес стоит против Паника и Ноуфера. Огр тоже прям одно время был архи популярен, но потом немножко там подрезали его. Но мне кажется, Огр и сейчас неплохой персонаж. У него, ну вот... скажем так, имбастан в любом случае, потому что он не прожектайл, то есть он не летит ни в кого, он, от него вернуться нельзя. То есть, да, он там долго кастуется, ну, грубо говоря, не мгновенно там, но все равно. Вот так. У него 8 армора, понимаешь? 8 да. Армора на первом левеле, с руки, что бей, что нет. Ну еще после солшил взял. Да. Вообще жесть. Как раз тогда начали быть популярными вот эти вот таски, огры, там, найтсталкеры, которые имеют большой армор на первом левеле, на втором, на третьем могут спокойно за тавр зайти, там, как-то тебя гангануть, получить там 2-3 удара тавра и практически не почувствовать. Да, я видел уже такую жесть. На первом левеле огр-маг тоже по тавр заходил, дум съел левого, и он еще огру своему накинул еще восьмерочку, у него 16 стал. 16, это сколько там? Процентов, наверное, 50 поглощения урона. Ну, плюс-минус, да, там, наверное, процентов 50 будет. Вот, точно сказать. Ну, могу посмотрим сейчас... там, если что, да. Надо считать. Если будут такие цифры, мы вспомним и посчитаем. All right. Так, у нас игра пока продолжается. Саш... проседалова на миде. Проседалова, щиток-то не спасает уже от второго. Второго аншелла не спасает щит. И еще... лайф может подстрелять. Ну-ка, Логи зажался в когах вместе с призволем. Ну, пришел габлак помогать. Ну, так спасай автолайф. Чего хасы не включаешь? Убьют или нет? Ну, смотри, сейчас погибнет. А, Кайлом добил. Огр, давай, игнай. А нет маны, нет маны. Ну, в итоге, да, дабл килл. Раньше хасы не включил. Хотел драться до последнего, убить, разменяться. Ну, наверное, так. И Абадон еще умирает. Же. Локверк умер. Как-то так, 2-5 у нас в итоге, и немножко-немножко игра начинает набирать оборот. На центр сейчас Дарксир переместится и попробует еще раз размять айсберга. Вот он щиточек, и сразу же айсберг немножко назад отступает. Ну, как-то вот было какой-то момент в доте, я помню, когда противостояние вот Дарксира на центре против Темпларки было, ну, вот обыденным, скажем так. Контрить пытались. Ну, неплохо он против меня стоит. Так, замедляет сейчас айсберга. Ну и вот самый Огр, который танкует эти тавера. Так, слушай, они же дерутся, тут продолжают дальше. Стан по айсбергу, хорошо, артефакт, нет. Они зря по тавер идут, сейчас Резоль умрет. Ну, Резоль бежит, пытается, конечно, он выживать. Ой-ой-ой, забирает меня. Ну так, в общем, размен один в один пока, и... выходит отсюда Резоль живым. Или нет, он хочет дальше драться, или что, он с крипами дерется?
Ну, как-то. В общем, саппорты разменялись по итогу. Ясно. Парежи наверху вместе с Клокверком. Демонстрируют нам хорошую доту, как надо стоять, чтобы защищать своего кэрри. Фаник показывает, чтобы никто не подходил к нему, не мешал фармить. Ну, собственно, Сашка фармит. Вот Александр 26 крипов имеет, 7 за денайл. Неплохой показатель. Пак уходит на арбе. Но он, ну, Фир хочет его... Нет, не хочет. Ну, он хочет, но не может, потому что у него все в откате. Все скиллы и игнайт, и там... атакуют. Пытаться, может, как-то Пака или Леона, который бегает в постак. Маленьких левелов-то. Подстанет Леона так, и сейчас под там под идолонов, под стан Огра, под замедление Огра забрать его на халяву. Ну да, вообще-то да. Они, может быть, просто не хотят, или какие-то левела ждут каких-то моментов, может быть, ну, рун тут ждать бессмысленно, потому что еще полторы минуты до нее какого-то дополнительного преимущества ждут, может быть, еще одного персонажа, но... Не знаю, аппарат тут вряд ли поможет. Сейчас. Так, ну в итоге Огр просто пробежался там, получил себе несколько ударов. Там опять, ну, так понимаю, Айсберг вместе с Разволем сражается. Вот, кстати, глубоко-глубоко зашел там за Тауэр. Сейчас у него проблема на самом деле. И 80 хп, надо уходить немножечко, полечиться. Восполнить запас недостающего здоровья. Накаляет Алоху очень... Неприятно сейчас Алохе, но на самом деле Пак-то тоже весьма уязвим, правда? Правда. Слушай, и Пака ведь давно тоже не было видно. Но Пак там начал пропадать, когда начались эти все ньюки, Лина, Леон. Конечно, он может уворачиваться от всего этого дела, но если ты не вернулся, то это вот 600 хп, 1000 хп, это слишком мало, чтобы там танковый такой прям terrible damage. С Найксом, похоже. Инфест-бомба пропала, так и Пак пропал, перестали его брать вообще. Какая нас... самая лучшая инфест-бомба? Ну, скорее всего, наверное, с штормом. Потому что на определенное расстояние прыгает с даггером, а шторм может при хорошем монополе прыгнуть на любое расстояние. Ну да. Загоняют Afterlife сейчас, но Afterlife глубоко ушел, есть ТП от Габлака, и теперь Габлак может попробовать этих наглецов отбросить своего тавра, но на самом деле не получается. Сашка такой наглый идет за Габлаком, Габлак щиток теряет, вот так дальше идет, колючки есть, хоги, ай, дынается об одном, о, хорош! Но погоня продолжается. Афтерларка подбегает. И хвост умирает, скорее всего, и тут вообще чуть ли не все умирают. Визуально трудно только драться, как раз до этого щитка, сейчас у них 45, спокойненько убежит. Так, нормальный размен. Да, неплохо, ну смотри, тут вот неожиданно Огр нарисовался на горизонте, бросает его на Игнайт. Айсбергу больно, Айсберг может уйти в мелт, но мелда у него нет, поэтому он не уходит в мелт и просто сжигает Айсберга. Вот так вот. Ну, с другой стороны, уйди он в мелт, все равно щиточек никто не отменял, так что ему наверняка там было не выжить. Там две горелки были на нем висело, а то Огра еще Игнатика. Ну да, 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 да. По-любому сгорает. 5 на 8. Давайте, друзья, посмотрим, какие у нас на этой минуте левела. 2 седьмых у нас, 2 шестых, 3 пятых и 3 четвертых. Ну, примерно одинаковые идут команды. Единственное, что чуть-чуть лучше у Империи, потому что у них больше левела. Но, опять же, пока что незначительная эта разница и преимущество. Парма у них получше намного, вот если взять лейнеров, там, Enigma и 30 против хитров. И левел тоже, там, пятый против... Так-то да. Кстати, насчет Энигмы. Soul Ring у нее есть, и пошла уже Энигма в леса, которые, собственно, свободны. Таким образом, оставила линию для каких-то других товарищей. Вот, например, Фаник там может попробовать как-то постоять левел, получать. Ему крайне нужен шестой левел, потому что, ну, сами вы понимаете, Бласт имеет глобальный каст рейндж, можно кастовать с одного конца карты в другое, можно там как-то чекать, можно напрягать, можно отбиваться, можно, наоборот, нападать. И этот скилл нельзя недооценивать. Так, вот получается, Melt Resolution ускоряется, хочет скрипа добить, добивает крипа, а я из этих сил, и палец смерти, always wanna fly! Ух ты, неожиданно так вот это все случилось. Подошел. Алоха, но не успел чуть-чуть по таймингу. Тогда с фингером приятненько так. Ну, все проблемы просто решают, вот эти вот пальцы. Фингер всегда решает проблемы. Вовремя, куда надо. Это да. Так, ну проблемы у Operation или нет? На самом деле нет. Пятый левел у него появился, Пак
Тоже, кстати, левел имеет неплохой. 6-й мог бы, наверное, на Фаника залететь, попробовать его убить, честно говоря, у него все для этого есть, монопул. Огромен, 728, всего хватает, но не хочет вот так вот прям под тавр лезть, а вдруг там какие-то ТП, вдруг там его засейвят. Резоль не хочет уходить отсюда, и айсберг, вот эти парни просто друг против друга и рубятся, прям настоящие панчеры. Никакие ганги, какие там ганги, это как будто бы мид-онли, или там один на один, и вот выясняют, кто же все-таки круче из них. Крипомни, кстати, плюс-минус ровненько. Какого-то приседалого с одной или другой стороны вообще нету. Замесы жесткие. Ну вот он, подходит габлак, он получает игнайт, очень больно сбрасывает с себя игнайт щитком, а сам уже нельзя сбросить. Стенка стоит хорошо, ой, это больно, габлак уходит. Есть дринкол, поставил так, залетел, туда же прыгает Afterlife, когами расталкивает всех, больно, агру, огр погибает, и минус 2, вот так вот оформляют очень быстро Team Spirit. Не ожидали вовремя, вообще. Как-то все герои просто на меди оказались, прям моментально. С этой стороны, с одной стороны Леон в спину заходит, тут хук влетает, тут щиты атакует. Какие-то, ну... Как должно было быть с Team Spirit сейчас, если там одного или двух героев не было, то разминались бы легко Империя, а так их просто стерли. Ну да, у Империи есть Game Changer, Enigma и ее присутствие в каком-нибудь тимфайте. А вот, кстати, и тимфайт, ну, почти тимфайт. О, какой же красивый блэкнул по айсбергу, да, по одному, но это шикарно было. Это коржи. Да, поэтому да, на него на этой стадии потратить, почему да. бы не завязать. Тут еще и сноубол пошел. Просто спад тауэр. Неплохо. Вот теперь второй килл. И... А как там получилось в предыдущем фате? Было 4 в 1... Или как? Или 3 в 1, как они разменялись? Только что, который 30 секунд назад был? Да. 2 в 0 разменялись. Огр умер Дарксир, но тут просто 2 на 5 была драка. Угу. Но теперь они, грубо говоря, сравняли, да? То есть и то же самое сделали в ответ. Ну, после драки. Ну что ж, 10 минут прошло, друзья. Если вас интересуют нетворсы команд, то они на ваших экранах, и можете сделать определенные выводы. А тут выводы-то делает Сашкевич, Afterlife просто-напросто выводит его из себя когами и убивает. На центре тем временем тавр быстренько забрали, Enigma он достался. И все, и назад. И отступают пока имперцы. Дальше продолжать, видимо, смысла нет. Пытается как-то арбой напрячь немножко Operation, зашел далеко, глубоко, есть у него DreamCall. Фаник говорит, на тебе в лицо ультимейт, но уворачивается. Ну, и Фаник, что он вообще делает-то? Он байтит на себя, смотри. Ой-ой-ой-ой! Хорош! Он что-то не попал арбой. Вот так вот дрогнула рука, а рука бойца колоть устала. Может быть, закружилась немножко голова от смены, бесконечной смены героев на прошлой карте, и вот так вот и пока. Ну, бывает. Вардик появился. Угу. Толстенький. Все спокойно, там низко вот ломается Enigma и стоит. Мека у них есть. Да, Мека у него дальше. Они могут перетянуться под Эйдолон и под Меку, под Вангвард хвоста. Угу. Ура. Кстати, а он ведь может еще и себе Кримсон прикупить, вообще будет шикарно. Он... Но лучше какой-то... Башню сил купить. Света на нижней линии. Что лучше? Пайп? Пайп там или угу. Просто накидочку? Он... Там, ну, магии много. Угу. Ну, в общем-то, да. Слушай, а как-то... вот насчет Пайпа. Интересная тема. Вот... В каждой игре собирают меку, но пайп собирают, я не знаю, там, 1-2% случаев. Может быть, как-то пайп надо или апнуть, или какой-то супер сапог для пайпа придумать, там, чтобы его грейдить там во что-то, или что? Или просто, да почему не пикают такой, как бы, казалось бы, полезный артефакт? Хороший артефакт, я не знаю, почему собирают. Просто мода такая не собирает. Мека и вместо пайпа сейчас... Климеры? Намного дешевле и, в принципе... Сейчас... Страйки так 5 на 5 не идут у нас. Угу. Один герой там отжирается, команда подсноуболит, этот герой заходит на рампу и один башню мать, центральной линии R3, атакует. Да? Угу. Если он начинает фокусить, ты просто глиммер накидываешь и... Угу. Не надо на пятерых типа этот пайп закидывать. Ну, в некоторых случаях пайп нужен. А там есть. И герой пайп. Угу. Так что, друзья, не забывайте, есть еще пайп в доте, никуда его не вырезали. И не вырежут. Огрик, это 8-й левел. А, если смотрел этот мейджор, в играх как же собрали и артефакты вот эти. Собрали меку, они брали пайп и
Брали Crimson Guard. Против этого вообще. Просто три жестких. У тебя нету аппарата. Ну, просто шикарно. Подожди, это ты про последнюю. Это самый последний, там, где был Doom и этот вот Брюматер, или это какая-то другая была игра? Ну да, одна из последних игр, потому что там был Darkseer. Вот, и еще один герой, который Меку собирает. То ли Сеф, то ли Вайпер. И он собрал раньше Дарксира Меку. Сошла в цепочку. А у Дарксира как раз был Хедрес. Ага. Понял. Вот. Он не стал эти продавать, эти шмотки. Сказал, я соберу пайп. Другого... Вот так вот. Пошли. Реально было пробить уже. Когда эти артефакты появились. Окей. Ну, насчет артефактов. Появляется сейчас в Operation золотая рука. И будет он более быстрым оперейшеном, будет быстрее быть, быстрее фармить, и, возможно, к 20, там, какой-нибудь 5-й минуте появится у него тот самый заветный аганим. Готов Алохаденс кастовать свой ультимейт, но сейчас, скорее всего, тут его, наверное, разберут. Не попадает, но пак Дримквейл поставил, Алоху форсафнули, разбили Дримквейл, он достанется хукшот еще в него, есть Коги, есть Сайленс, Алоха погибает. Но, с другой стороны, остальная часть команды сейчас подойдет. Есть там Сашка, есть там Огр. Окей, Огр, Игнайт, бросает Флаю больно. Теперь слизь, Флай. Вообще мультикаста проходит по Флаю, чуточек есть подкоп. Но Ферк все еще живет, Резоль, так, щитки. Дальше на Сашку надо кого-то ускорять. Олвес на Флай бежит. Олвес на Флай стянут и погиб. Так, Габлочок, есть у него ультимейт. Ультимейт работает. Коги стоят, Afterlife, дабл дэмэдж, окей. Забрасывает там Рамзес, Арбу, Afterlife очень больно, Игнайт по Afterlife, Afterlife бежит, Afterlife, но нет, он погибает, тут еще и по таврам Сашка заходит, не боится, Габлака вообще нет, уходит назад, парни не хотят дальше продолжать сражение, хотя могут, ой-ой-ой, Габлак, ультимейт тоже не понимает, Габлак! Айсберг, иди, и ульта, аппарат. Так, ульт попал, слушайте, Габлак сейчас погибнет, что точно тебя набрасывает, Рамзес он забирает противников, так, размен, хорошо, Рамзес остается вместе с Резолем, кто ж кого. Но есть фейс-шифт, если то, есть еще одно ТП, а у них надо там дерут. Башни сил света на верхней линии атакуют. Да, скорее всего, это килл. Ну, как ты говорил, решает все проблемы. Проблема была решена. Минутку шел. Ну да, Леон потому что погиб, а потом еще как бы воскрес и... В общем, палец пустил. По ходу файта вот показывает нам Fate Recap, что произошло... такое событие, как размен героем 2 в 4. Ну и чуть больше заработали имперцы денег на 600 монет примерно. Насчет 14-14. Графики давайте быстренько зачекаем. Графики вот такие волнуются за наши обе команды, поэтому еще не решили, в какую сторону все-таки опуститься. Так что преимущество не имеет ни одна, ни вторая команда. Ну прям значительного какого-то преимущества, которое бы... Ровненько они. Угу. Да и по счету, в принципе. Угу. По счет все хорошо. Так, ну вот Сашка задумался вроде бы о Crimson Guard, но потом понял, что, наверное, и... Несет уже свиток. А, несет уже, да? Ну, неплохо. Сейчас нет. Роштайм. Ой-ой-ой, нашли. Ой, увидели. Сашка стоит, есть. Блейд Мейл подкопали его фогахон. Ну, вот он против читка, что ничего не сделает. Хотя, если стенка есть, то стенка можно... О, все, что было как раз на одного! Ой, стенка неудачна. Стену было-то туда, прям был бы просто идеально. Да, ну бывает такое. Умирали. Ну, Энигма. Давай, по трое, можно же, давай, Баху, почему подкопали Алоху? Ну как ты долго думал, Алоха? Там же трое было. Ай-яй-яй. Габлак, хукшот по Энигме, все, до свидания, Блэк Холл, Коги стоят, хотя выфорстовали, отлично, Дримкуэлл, но Фиру больно его подкопали, его убили, Резоли бежит отсюда, бластом бросается, Фань попадает по Габлаку, Габлак не отхиляется, Энигма думает, что же, черт возьми, делать с Блэк Холлом, да беги уже отсюда, Алоха, беги, все, конец. Эх, ну мне показалось, он мог троих дать, или я ошибаюсь? Да, нет, там пак подходил слева. И сбил бы? Раз, да, крутился уже. Угу. Пал из капрям. Ясно. Ну, то есть все правильно он делал. Теперь все, да. Позакатил бы там. Старый, наверное. Ну, окей, да. Возвращайся. Так. Комеку. Квар дали. Птичка не зашла последний перед. Плохо. Ну, очень Сашка хочет Рошана забрать. И сейчас ему кажется. Надо им просто все вместе толкать здесь. По ДДЛ с Эдалонами. А Бристлбеком, который будет не один.
драться против Эрша. Хелл. Сейчас кастует. Ну, в одного, ну хорошо. Ай, Хукшот сбивает, ну, и Гоги поставили подкоп по двоих. Хорошо, уже минус три. Его слишком хотели этого Рошана. Возможно, сейчас Снопер погибнет, за ним погоня. Но он там мультикаст прошел, Брацет еще игнает. Ну, конечно же, никуда не денется. Второй раз ловит смелда тычку от Ассасинки в лицо. Не в спину, никуда, в лицо прям. Она ему выдает на полход. Драться уже не может. Ну да, желание отпадает. Но это словил бы он там еще... Что Кримсон Гвард был пустую парашню, башня сил тьмы на нижней линии разрушена. Ну, слишком, наверное, надеялись, что они плотные и смогут все-таки так вот на халяву забрать Рошана, но нет, и в итоге после этого фата, мне кажется, все-таки графики, наверное, немножко изменятся. Да, вот они рванули сейчас вверх, преимущество уже 4000 там будет расти по XP 37 тысяч на 30, то есть больше 7000 разница. Ну и несколько неприятная ситуация у Империи сейчас вот все-таки. Но надо драть вот еще 137 секунд, чтобы Алохи был ультимейт, чтобы он наконец-то дал какой-то крутой. У Темпларки, кстати, блинк появился. Ну, крайне действительно будет сложно, потому что есть Клокверк, есть Пак, которые могут убивать ультимейт. Ну, или он, естественно. Но просто эти персонажи могут убивать там прям совсем издалека. Так, кого тут нашли? Нашли Резолюшена. А, ну, башня вот, сил, убили Резолюшена. Разрушена. Давай. Какие планы у команды Империя? Империя думает, что, ну, наверное, время пришло Т1 забирать. Вот мы тут все вчетвером, в то время как противник забирает Т2 по центральной линии. Но, честно говоря, драться, наверное, пока имперцы и не хотят. Империя намного раньше было идти. Я им говорил, когда уже этот авангард появился в области проекта, надо было драться спокойно все ТВРа. Эку под все. Башня сил света на верхней линии разрушена. Лески понятны. Отставы. Башня сил тьмы на центральной линии разрушена. Команды вот сил света на очень часто, ну, атакуют. Не обязательно наши, там не наши, в принципе, команды вот иногда такие какие-то совершают вот действия, которые вот, ну, нельзя как-то объяснить там логически или вот, ну, а почему так? Ты вот как игрок, может быть, ты можешь сказать, вот почему вот бывает? Или просто вот хочу драться, иду там и дерусь? Или вот какая мотивация вот от таких вот нелепых действий? Вот, ну, например, там со стороны комментаторов. Он говорит, ну и что за бред, да? Типа, что вы делаете? Но команды почему-то это делают. То есть есть какой-то в этом какой-то скрытый смысл или вот что? Волнение не в команде. Кто-то уже там в скайпе ссорился. Бывает много такого. Когда команда играет, например, полную свою... Ач какой-то идет за выход, видишь, что как надо. Угу. Расслабленные матчи тут. Ясно. Шовые ошибки, загулы. Башню сил много. Тьмы на верхней линии атакуют. Должно быть. Башню сил света на такого. Нижней линии атакуют. Угу. Башня сил тьмы на верхней даже линии вот разрушена. Ты... Тиму показывает. Это все топ уровня там. Ну, в общем-то, да. Ну что ж, топовый Blast залетает от Operation, но, к сожалению, он никого тут не может убить. По-моему, даже по клоперку не попал, но не суть. Главное, что имперцы идут вчетвером, и идут они... идут, заходят даже за тавер там на Офир. Ну, наверное, нельзя эту позицию называть за тавером, потому что это просто обходной такой путь. Нет, решили немножко отступить. Сейчас драться не могут. Ну, и блоки. Получит блокинг бар, драк поменяет сразу дальность, но... О, да, с таким, с такой игрой она не часто, не быстро его получит. Алоша. Ой-ой-ой, еще и зацепили, тут паника, но может быть... Так, Блэйд, ага, Блэйдмейл прожал панику, больно панику, закиксили, есть догончик там от Пака влетел только что. Даблкил в итоге совершил... Локвер. Так, еще и форстав там вперед, габлак велик за собой. Вперед, хорош! Ману выжигает, ну высасывает, так скажем, Dream Coil ставится по новой феру. Подходит Саша, ну, наверное, надо уйти лучше отсюда. Просто снобольчик. Ускорь его резуль. А, не может ускорить. Ой, стянула стенку, хорошо, но драться-то все равно не могут. Там могут подраться, под иллюзией, надо Саньку. Так далеко не надо идти, потому что опять сейчас ловит кекс или стан, и его темплар тупо в лицо. Изолятором под ног. Тут плейтмейл он бы мог. Хватит, но без.
Так, Рафлай остается боевой такой. Напоследок Сашке отвесил копчик и убежал. Сашу Яшу собирает, видимо, или алебарду какую-то. Ну, может быть, даже, наверное, алебарду надо, чтобы как-то с темплакой бороться. Алебарду, но я думаю... Ну да, есть такое. Стандартный билд. Сенжиня, что какой-нибудь КБ. Ну, может, они надеялись все-таки вот то, что мы думали в начале, пойти как-то и использовать свои способности для пуша, там, с эдолонами, с мекой, там, с сангвардом толковать, танковать товарами, как-то их убивать. Что-то потом все это так и закончилось, не начавшись. Нафидели тупо. Угу. Момент, когда... Там вели... Чали там с этой... Какие у них появились? Того, что они просто пошли и подфидонили все подряд по чуть-чуть. Давай еще. Да. Да, вот такая вот история. Но в любом случае у них есть Operation, есть неприятный Огр, который могут отбрасываться своими скиллами, не давать заходить на хайграунд. Ну, хотя, с другой стороны, там вы можете сколько угодно не давать, но Templar Assassin зайдет, там у нее сейчас есть Дезоль, и, в принципе, может какой-нибудь счет дополнительный артефакт появится там на дэмэдж, и с рефракшеном будет, ну, просто с одного даже удара вносить не очень так и мало дэмэджа по тавру. Там зашел, пострелял, ушел. Теперь она драться не может. Гери вот этот. Так, все суппорты, Гери, тиры, аппараты. Башню сил света на нижней линии атакуют. О, Бэкбэк не справится. Просто порыв. Ну да, ну вот видите, происходят вот такие вот загулы от Империи. Ну даже не назвать это загулом, они просто там куда-то вышли пойти там хоть варды поставить, или там может быть какую-то руну найти. Но в итоге вард, который от Team Spirit стоял, он, конечно, их обнаружил и быстренько-быстренько там Огр развалили. Сейчас, конечно, его 10 брань плюс 4, они уже не впечатляют абсолютно никого. Да, это тот... ему темпларка прямо под дезоляторы своим. Она как раз ровно 15 брань убирает и... Так. Али был. Так, продолжает апать свой догон. Теперь он у него уже 4 левела. Ну, еще чуть-чуть. И 7700 будет потрачено не зря. У Леона все хорошо, вот я смотрю за ним. У него артефактов. Угу. Тагер форстав. Башню сил тьмы на нижней линии атакуют. Ганимчик будет собирать, что ли? Ну, почему нет, как бы. Дримкоил можно так. Ё-ё-ё, напали на Алоху. Это. Алох есть БКБ? Да, есть у него БКБ, и можно что-то придумать. Подтянули немножко флая к себе, но нет. Кстати, группируются сейчас спириты вот на хайграунде перед бывшим Т2. Но они могут, конечно, и Рошаном подождать. Там недавно был таймер, что 5 минут. Время прошло 1, 2, 3, ну 3 минуты еще, конечно, остается Рошана, Бласт по Габлаку, по Рамзесу. Это неприятно, но как бы за тавр тоже никто не дерется, а вот это приятно. Это приятно, Айсберг выходит, да, псиблэйды работают, крипы получают сполна. Ух ты, еще и Вейл там имеется. Неплохо, неплохо. Решили там пробустить Леона с паком. Комментировать сейчас лекцию со мной. Старладдер, Сео, и там... Сейчас дробь посмотрим, потом скажу. Потянули, и ну-ка, Блэкол, хороший Блэкол, троих прыгает, Айсберг за Блэком не попадает. Полностью лантает, взял все, что только можно было. Так, есть Коги, стоят, бегает, Темпрасасин, думает, кого бы убить, убила Энигму дальше. Можно хотя бы убегать назад, за Темпаркой погоня, ее замедляют, ее бьют, Бласт на ход, Бласт, по Айсбергу попали, хорошо. Там Afterlife, у него проблемы, но больше проблем, наверное, у Айсберга, хотя Габлак пытается его там спасти. Щиточек бросил, Айсберг, щиточек рассвеялся, Айсберга убили. Ну вот так вот, 3 в 2, но это неплохой на самом деле размен. Ищут каких-то еще персонажей, находят пака убивают. 3 в 3. Ну это то, что нужно было, глоток свежего воздуха для имперцев, они, наверное... Ого, 3000 заработали, 354! 1700 зарабатывает Дарксир, 1400 Бристлбэк, при том, что дэмэджа, кстати, несли меньше.
Варс бить нечем, просто поставила поляну, поставила Black Hole и все, трех засала драку. Бьет. Дарксиры никто не бьет, CDP скиллы. Ну да. Ну, Клокверк теоретически может сбить, но там не так просто все сделать. Там хуком попасть, там, да. Угол это... выбрать, правильную позиционочку занять и факт, что падешь. Вот, ну да, да. Потом да, обходить, чтобы попасть по Enigma. Это да. Да, так ты продолжил свою мысль перед файтом, ты рассказал, что вы комментировали... Да-да-да, и я смотрю на Габлака, он собрал... Ну, медальку... Я этих артефактов вообще не видел. Башню сил света просто... на верхней линии атакуют. Полезные. Которые Владимир дает бешеный джор, там, в дэмэдж, дурну, которая... Медальку, которая просто имбаланс. Медалька Solar Crest. Нет, нет таких артефактов. Да, ну а чем это объясняется? То есть такой стиль игры просто у... Ну, да, он такой стиль игры, потому что они все фармить и... Что это? А, ты прям... Хотят... Ну вот выходит на Ice Blast сейчас Team Spirit. Ну, Ice Blast их сильно, конечно, не остановил. У Рошана очень быстро хапает. Если сейчас грамотный кока флейк должен поставить, да, и... Ай-яй, Резоль, Резоль! Резоля забрали. Палец смерти, минус. Минус 2 БКБ-ка у Айсберга, хорошо, дальше продолжают не сражаться, уже третьего персонажа тоже завалили, Сашку в спину бьют, Сашке, конечно, не так, чтобы супер больно, но, с другой стороны, и подсветить его нечем. Минус 4, очень просто как-то все произошло. То ли не еще пушечную империю. Угу. Печально было бы, столько играли, потому что бэком у нас только у Сандра Дашкевича есть. Вот непонятно, честно говоря, Энигмы-то Black Hole не было, зачем вы вообще шли драться? То есть Black Hole одно из основополагающих, наверное, оружий победы для Империи сейчас. И, ну, вот это вот та ситуация, когда непонятно, почему команда совершает то или иное действие, когда, казалось бы, что, наверное, не стоит этого делать. Ну, с другой стороны, у нас как бы вижена больше, конечно, чем у команд. Может быть, из-за этого как-то немножко по-другому смотришь на эти вещи. Ну, неважно, как мы смотрим на эти вещи, главное, что вот уже есть Daedalus на Плоросасины, заходит... Темплар Ассасин на хайграунд убивает Темплар Ассасин Тавр и спускается с хайграунда победителем. Дальше аккуратнее. Надо ходить дальше. Есть. Кол. Спокойно отошли. Брать критический. Тавр под подвал. Который будет уходить с базы в... Забавный факт, сейчас 34 на 17 счет, ровно два раза больше Team Spirit сделала фрагов, чем Империя. Оп. Ну, форставчик работает. Нигма, правда, там имеет не очень приятное отношение с кентаврами, но там размонтила, ушла. Все, Сашка подменяет ее. Так, тут опять что-то происходит, Dream Coil. Ну, да. Сильный пятый догон. Не сегодня, не сейчас, не получилось. Ну вот так вот, если вы плотно, если у вас много хп, много брони, то... Если у вас много брони, не обязательно у вас много хп. И пак, собственно, вот так вот догон убивает. И наконец-то получается собрать Аганим. Always wanna fly. Может теперь утонуть прям, ну вот... Слушай, а если ты когда-нибудь видел такую комбинацию, Дарксирс всех стягивает и а Леон там, ультует? Могло товаром круче? А, ну. Чуть-чуть быстро вырубили Энигму, ничего не смогла сделать. Так, ну в итоге стенка, стяжка, отлично, Сашка стоит, танкует, Сашка убегает, очень ему больно, за флаем погоня, флая развалили, окей, теперь Габлака, Габлак тиммейтами надо прожимать, Габлак прожимает, хорошо, заметили Айсберга, Айсберг уходит, ей салится, Сашке, Сашка надо возвращать, надо под стенкой стоять, надо ждать Энигму, 33 секунды не будет, Коги ставится, Сашке больно, отвернись, бей Коги, убегай, форстап, хорошо, Сашка выживает, нет, не выживает. Байбек, у них есть байбек. Бараки отдавать не будут.
Ой, догон! Да что ж тут мел? Когда догон круче, конечно, пятый загон не попадет. Либо раки падут. Один точно упадет. Казармы сил тьмы на центральной линии разрушены. Так, набросили. Ой-ой-ой, как набросили-то! Вот это да. Айсберг очень красиво играет, задолжил сейчас Игната. Спрятался в мелк, и потом в мелк моментальный блинк на этой. Разрушены. Без байбека, который только что байбекнул. Ну, похоже, друзья, это 1-0. Я не знаю, что с ним байбекает. Он устал. Как тебе? Пошла игра. Ну да. Ну, честно говоря, мы изначально, друзья, обращали ваше внимание на то, что это немножко небалансный мод. All random. Вот... более такая, ну, нормальная, скажем, команда была. Набор игроков, точнее, не игроков, а набор героев. Набор героев выпал Team Spirit, такой более стандартный, хороший, сбалансированный. Два саппорта классных, хороший кэрри, хороший оффлейнер. У Империи была немножко ситуация, ну, грустнее. Но они как могли, конечно... Исполнения были.